Включай. Все, пошло. У меня-то лайф уже идет, как бы, ну. Да, посмотрим. Вот теперь идет. Сейчас посмотрим, как там что пойдет у нас. Да. Поздравляем Катрин с юбилеем. У нее 1000 подписчиков на канале. Желаем ей успехов в дальнейшем развитии канала и всего самого лучшего. Конечно. Это как программа по заявкам, да? Получилось. Развитие. Так, надо себя по-царски лайкнуть, потому что если себя не лайкнешь, лайкайте, друзья, лайкайте. Вот как-то так. Это да. Только лайки, я это друзья. Буквально воспринял, а вы попробуйте лайкнуть пальчиком вверх, мне нравится. Mm-hmm. Это как в песне, да? Нравится мне, когда ты лайкаешь видео. Брейна. Да. Так, а я буду почитывать ваши комментарии, которые вы оставляете в группе ВКонтакте. Первая ссылка под описанием. Даже не под описанием, а в описании. Окейюшки, друзья, мы ждем, пока вы соберетесь. Мы начали немножко раньше. Хорошее настроение. Да. Готовы. А ты помнишь, на чем ты остановился? Там был момент. Помню, мост. Угу. На мосту. Чаями запасаемся, да? Чаями запаслись. Я запасся чаем. Да-да-да. Чай — это чай. О, эта тема закреплена. А, это язык, я уже испугался. Да-да-да, пишем, друзья, пишем. Да. Давайте нагнем этот контакт. Контакт заходите. Завалим, да. Все рады. Я буду подсчитывать ваши сообщения периодически. Тут проще. Зачем мы так сделали, вы, наверное, спросите. Дело в том, что так проще потом плохих птишек банить, да, и сразу можно чистить это все. Плюс как-то ВКонтакте более удобнее, мне кажется. Потому что на Ютубе не успеваешь читать, а тут... Там очень быстро летят, да. Здесь как-то хоть попроще, без тормозов, как говорится. Правда, что Евгений делает свою игру, да, вроде правда. Да, конечно. Делаю. Это вычитали у меня в Твиттере, наверное. Нейтральная сторона моя. Пишите вопросы, как бы вы писали это все на комментариях под эфиром. Да. Пишите. Представьте, что это те же комменты. Так, валят, активно валят. Очень валят, да. От души. О, идут. Что? Как познакомиться с творчеством Кейко Мацуи? А кто это? Это у меня в подкастах. Я ставлю музыку Кейко Мацуи. Как познакомился? Давно было очень. Я помню, очень давно было. Мне понравилось, я как-то послушал. Очень даже. Расслабляет, успокаивает. То, что надо. Так. Загружу. Да, тебе надо будет тоже открыть, наверное, контакт. Угу. Ну, я открыл, да, у меня открыт. Только надо страничку вниз листать постоянно. Да? Угу. Ну, посмотрим. Может быть, потом вернем. Хотя, после того, что было на прошлых эфирах, как-то возвращать прежний вид не особо хочется. Не по фэншую, да? Да. Так. Ох ты, уже 7 страниц. Я думаю, больше будет. А что сегодня будет проходить, кроме Silent Hill? Silent Hill? Это направленный стрим. Вечерний Sony по Silent Hill идет. Будет ли сходочка Сампа? Нет, навряд ли. Ты знаешь, я думаю, что не надо было мне, наверное, ту серию снимать про самолет секс. Потому что сейчас они подхватили эту инициативу и пытаются просто валить сервер тем, что я вот этот вот плохой пример я подал своей подписчикам. Самолет, давай самолет, чего нет? Самолет. Ну а девушки потом. Не, ну Фроги может подождать, в принципе, да? Да, Фроги у нас никуда не денется. Фроги всегда с нами. Фроги с нами, да. Так. Пожелайте всем добра. Всем добра. Добра тебе, мил человек. Олег, а когда рубрика с веб-камерой? Из головы коня, да? Ой, да, я так понял, внимательно слушаете, да, что я говорю про коней, там, про молоко и прочее. Ну что, Жень, начинаем, наверное? Да, давай начнем, наверное. Давай, уже практически 5 минут прошло.
в принципе, уже можно начинать, поэтому сейчас уже потихонечку погрузимся в атмосферу Silent Hill. Так, ну что, все? Унеслась. Ты любишь вредную пищу, спрашиваю. Какую вредную? Вы конкретизируете, пожалуйста. Я думаю, видимо, что имеется в виду фастфуд, который так вреден для нашего здоровья. Фастфуд, который вреден для нашего здоровья. Ну, бывает, хочется чипсинку-то заживать. Знаете, как говорят, запретный плод всегда слаще или сладок. Это уже как кто говорит. Поэтому, естественно, каждый человек подсознательно будет любить то, что ему якобы навязывают, что оно плохое, запретное, вредное. Да. То есть, как бы вы ненавидели Макдональдс, например, да, вы в любом случае хотя бы один год. Ну, травиться я сколько в жизни. Ну, грубо говоря, в кавычках, отравиться. Ну, да, чем-нибудь там. И тем не менее, каждый день там люди, каждый день там едят, и запахи там рядом с Макдональдсом такие стоят. Ужасные. Запахи там стоят, конечно, конкретные. Но все же. Вкусно. Так, значит, где мы там остановились? На мосту, мост мы опустили, и теперь бежим вперед дальше. Киюшки. Так, у нас новая локация. Опа. Так, сейчас посмотрим, что нас ждет здесь. Так, вот у нас. Скажи привет, Роликс. Привет, Роликс. Ты уже спамишь нам тут очень много, не заметить твое сообщение. Просто невозможно. Привет, да. Так, нам нужно полицейский участок бежать, я так понял, да? Так, вперед. У нас центральный Silent Hill. Опа! Опаньки-опачки. Вот они, уже летают здесь эти сволочи, поэтому... Я лучше побегу, не буду пока их отстреливать. Бесполезно. Ты помнишь, что тебе надо в эту бежать, в клинику? В Альхимилу госпитал бежать надо. Вот бегу как раз туда. Госпиталь, да. То есть, да, не в полицейский участок, а госпиталь. Все нормалёкс. Так, сейчас... Алхимила какая-то, да. Алхимила хоспитал. Ну, ладно. Она есть в каждой части, по-моему. Алхимила. Название такое интересное. Тебе надо бежать по Крайтон-стрит в сторону госпиталя. Опа, добежал, конец. Так, а если ты дойдешь до Саган-стрита, ты зайдешь в полицейский участок и возьмешь там боеприпасы. Ну, это да, но боеприпасы у меня, в принципе, навалом, поэтому не страшно. Ты знаешь, не страшно, лучше возьми, потому что потом пойдут боссы, враги. Смертоноснее. Лучше быть наготове. Да, конечно. Так, у нас госпиталь где-то здесь должен быть вход. Сейчас найдем ворот. Да что ж ты за мной бежишь-то? Да. Ну, подлец какой, а. Угомонишься-то нет. О, все. А он не хочет угомониться. Да, он передумал. Ты же птеродактиль. Птеродактиль. А может, он хотел добра и ласки от тебя, а ты взял его и убил. Угу. Они все хотят добра и ласки, я смотрю. Активно. Причем. Особенно некроморфятки. Да, обнимашки. Собачки, хотят. Смотри. Все хотят обнимашек, я смотрю, да? Ну, это нормально. Я гуляю с доберманом. Оу. Помнишь, как Люпа запел? Я буду вместо нее. Твоя невеста. Твоя невеста. Честно. Честно, йо-йо. Слушай, очень классно. Она. Помнишь, как покупала раньше? Дело в том, что ее никто не знал, как меня, примерно. Никто в глаза не видел, но все видели глюкозу как анимированного персонажа в клипе. Кстати, да. То есть она как бы не афишировала. Да, у нее был мультик, как у Гориллос. Гориллос тоже никто не видел поначалу там. Да, вот и они выпускали. Очень, кстати, классный стиль был такой глюкозы. Инкогнито такой, да? Квазонос. У меня даже где-то диск есть. О, у тебя сохраняй, даже диск есть, обалдеть, ничего у меня, себе. Да, это очень давно было, я уже не помню, в каком году даже. Классно, диск. Покупал диск. У меня Децл диск был, помню, дали мне. У меня кассета, а у меня кассета Децл. Децл. Вечеринка у Децла дома. Гуляет весь район. Кровь моя кровь. Да, кровь моя кровь. Альбом назывался. Там еще так написано было, две буквы вверху и две внизу, как бы такой значок образовывался. Да, кстати. Интересно. Помню, блин. Диск давай. Кто ты? Да. Человек. Да. А, это блин, круто, вот это конечно. Время. Децл, он, наверное, единственный, да, кто основал в то время, вот кто... Именно рэп появился, да, у нас русский рэп. И рэп-культура именно, да. Децл. Опа, заставочка пошла. Ну, у него же Тимати был, помните, подписчики. А сейчас, да, где сейчас Децл и где сейчас Тимати? Это да. Это точно. Сколько у нас уже страниц? 26 страниц ВКонтакте уже.
Кошмар какой. Валим, валим просто контакт. Валим. Ой, пока заставка, я горяченькую чайку. Ребятушки, дело в том, что не надо вот спамить по миллион сообщений. Да, все прекрасно видно, просто бан будет на них. Просто забаню вас и все. Зачем вам это надо? Uh-huh. Мы же в мире и согласии живем. В мире и гармонии. Нам пишут, что у Талии тоже стрим. Mm-hmm. Ну, so я очень рад за Талию. Передавайте да. Привет. Всем привет, Талия, обязательно. Ну, привет, Талия. Так. Что за манечка? То спамить так много. Мания прям, да? Там же все видно, ребят. Каждую страницу можно прекрасно просматривать. Это же не YouTube, где листать надо мутно там. Да, я уже вижу. Жесть, конечно. Did you see those monsters? Твою мать. Did you see this monster? Have you ever seen such aberrations? Видели аномалии? Нашел, смотри, товарищ себе, да, в госпитале. You and I both know. Так, ребятки, я еще раз предупреждаю, куча спама, вот это вот по 10-30 раз будете спрашивать, одно и то же дублировать сообщение. Они прям столбик, знаешь, так делают. Ты хрена этого. Я сразу в бан отправляю, ребятушки. Так что давайте будем умнее чуть-чуть. И уважать друг друга. Уважать и себя, и нас, и других. Каждый же там, может кто-то... Когда вы стримите, вы что-нибудь курите, спрашивает нас Илья. Нет. О, господи, господи. Что за вопрос, а? Что вы курите, когда стримите? Да. Дядя Женя, что ты куришь, когда стримишь, да? И такая реклама по ТВ. С вами дядя Женя, и я курю... Что я курю? Сметану. Куришь сметану? А интересно, как ты курить сметану? Не знаю. Братиша, это же наркомания. Да, сметанка. Сметанку он там курит. Деряжники курни. Спреда, спреда зажуй. Ну смотри, кальян с молоком, насколько я знаю, есть. Ну, есть такой, да. Там, на молоке, мягко, не с молоком, а на молоке. Так, сейчас будем выражаться более молоке, правильно. Молоке, молоке. Молоке. Да-да-да. Так, ну что, чё, как хаспитал чё, у нас как... в норме. Хаспитал, о, картотека. Смотри, послушались, пишут уже по одному сообщению. Видишь, как хорошо. Олег же все читает прекрасно. Он же умеет читать фигли. Олег читает, поэтому... Как удобно здесь всех бан отправлять, слушай, это да, это, хорошо. Кстати, вообще обалденно. Вот еще бы на Ютубе такую же систему ввели, было бы вообще шикарно просто, да? Сразу все сообщения мусорные уходят. Эх, карты у меня нет для этого места, вот это обида. Ладно, сейчас найдем. Карточку надо, карту надо найти срочно, срочно. Передаем привет Нурлану, надеюсь, я правильно произнес имя. Фамилию не буду зачитывать, потому что боюсь неправильно дарить, не поставлю сюда, потому что... Сложно. Там еще хитренькая такая фамилия. Хитрая-хитрая. Бамбук можно курить, где Алигз пишет. Чаек с лимончиком, вот наш наркотик. Да. Вот это самое, то, конечно. Пишет нам Анна. Это очень правильно, кстати. Это очень правильно. Чай с лимоном, да, он действительно, его можно пить и пить, и пить, и пить бесконечно. Брейн, Беларусь с вами. Делится чудесами. Беларусь с нами. Резидент 6, будем ли мы проходить Evil? Блин, что ты сейчас сказал? Ты как Йода сказал. Резидент Evil, будем ли проходить мы 6? Кстати, да, будем. Там же пофиксили. А, сделали, да, они пофиксили, что ли, патч выпустили такой, да? Челябинск нас смотрит. Это ключ подвала, я взял ключ подвала. Мне нужно в подвальчик теперь бежать. Молодец, да я смотрю, пока без моей помощи, там без проходника. Я помню, я вспоминаю, конечно. Я же вот это место обращаюсь. Я больше помню, чем начало в городе. Почему-то запоминаются именно определенные места какие-то. Не конкретно что-то, а вот именно какие-то такие места необычные. Передаю привет Надежде Марининой. О, привет, привет. Которая поставила аватарку мою. Ну ладно, все равно передаем тебе привет. Конечно. Так, пилюль. А нужны ли помощники Евгению? Дмитрий Орлов выпишите, спрашивает. Что вы можете делать, я не знаю. Вот если что-то вы можете, моделинг какой-нибудь 3D Max, тогда конечно. Почему бы нет? Если можешь, моделлер, там, аниматор какой-нибудь, конечно, почему бы нет. Тогда нужны помощники. Это да, это можно. Разблокируй меня, Брейн, я буду себя вести хорошо. Ну, доигрался уже. Теперь уже поздняк метаться. Надо было раньше думать об этом. Извольте, да. Извольте уж. Предупреждали заранее. Предупредили-то заранее, что так и так. Вот, товарищи, не надо спамить. Не надо спамить.
Книга разбросана по столу, ничего особенного больше нет. Ну ладно. Так, что у нас еще здесь необычно? Ничего, смотри, как противно здесь все сделано. Книжки разбросаны, какой-то кровавые какие-то пятна. Я не знаю, что за это вот месиво из крови здесь на полу, а? Ужас какой, ужас, ужас. Госпиталь, да? Ну-ну. Кстати, после... ты знаешь, вот так вот... Давай я скажу сейчас, давай, я давай. Быстро. Когда комментарии находятся ВКонтакте, как-то люди могут смотреть и не отвлекаться от мусора и спама, который там, да. Помнишь, сбоку всегда был, там писали. Да. Вы можете только слышать меня, Женю, и я буду зачитывать самое интересное такое. Угу. Так, так, а что ты хотел сказать, я тебе перебил? Ты до подвала дошел? Обычно, вот, как знаешь, после Silent Hill пошли фильмы такие, где, ну, даже и до Silent Hill были такие фильмы, обязательно используется госпиталь. Вот в каждом кино какой-нибудь ужастик, зомби-апокалипсис, что-то такое, обязательно госпиталь есть. Как опора, да, такая, защита, куда смотри, можно спрятаться. Да, есть тюрьма, есть полицейский участок, есть госпиталь и школа. Угу. Это обязательно. Это вот основополагающее, да, в каждого почему хоррора, так? Не только Silent Hill. Но все равно, по-моему, да, это есть в Резидентах. Помнишь, да? Резиденте? Да. Печатная машинка в полицейском участке Старса, да? Или как? Старс? Да, Старс там ходил, да, на Мэзи. Старс. Мадафука. Так. Привет из Челябинска, я уже читал. Боже, это я... Это уже... Знаешь, сколько тут страниц? Много страниц. Я уже 42 пока что. Вот, я говорю. 42. Кошмар там какой-то. Ну да, там потому что по 10 раз писали одно сообщение в начале, поэтому и много... Опа, ой, не туда. I'm sorry. А зачем вам читать комменты, друзья? Я то, что надо, зачитаю и так. Какой смысл? Вы погружаетесь, да, погружаетесь, слушайте нас. Да, потому что... Ой, здесь... Потому что потом гадости эти все чистить на Ютабе не очень приятно. А тут удобненько. Забанил и все, и попрощались мы с нарушителем. И готово. На, до свидос, да. Конфетка, да? Конфетка. Просто найсовая. Конфетка! Сейчас. Брейна, ты смотришь «Игру престолов»? Да, смотрю, конечно. Я слышал, что с 1 вроде бы апреля, да, или когда там начинается новый сезон. Очень ждем. Очень-очень-очень. А, через несколько часов даже первая серия. Ну да. Вот оно как даже. Угу. Ну, подождем. Подождем. Лост фильм обещали вроде как. Так, привет из Донецка, вы боитесь темноты, а тебе сколько лет? Скажи только по чесноку. Блин, так хотел по луковице сказать, придется сказать по чесноку. По чесноку придется. А, черт. Эх, печаль какая. Олежка и дядь Женя, приходите ко мне на чай, пишет нам Виктория. Я нашел скайп Алекса, но он меня не добавляет. Как он посмел меня не добавить? Какая печаль. Я же с самым позитивным не смогу пообщаться. Алекс. Брейн, расскажи про Хэппи Энни. Почему ты решил ей помочь в развитии канала? Почему бы не помочь хорошему человеку? Почему? Давайте поможем. Там совсем чуть-чуть до 1000 осталось. Мы сделаем юбилей. Приятное девушке, чтобы ей было хорошо и приятно. У Катрин недавно был юбилей, так давайте и Хэппи Энни тоже поможем. Тем более они подруги, пусть у них будет равное количество, грубо говоря. Тем более они играют самп на нашем любимом сервере United Island Freeroom. Это уже в почете. Слушай, тут так прикольно, можно эти комменты читать реально удобно, быстро. Удобно. Принц, снимай Ларочку, я тебя прошу, умоляю, пишет нам Женя Волков, вот да? Как, да? Будет ли дополнение Battlefield Endgame? Блин, а точно, надо будет снять как-то. Да, так, что у нас тут? Дибеляши. А, да, давай будем как-то прерваться, потому что я могу эти комменты читать бесконечно. Конечно, тут конечно. Так что будем как-то... Лавировать кораблик. Да. Так, мне нужно пойти. Так. Сейчас разберемся, куда же мне нужно пойти. Замок заел, это в деле нельзя открыть. Блин, у меня так, карта в подвале. Что помочь? Ты в госпитале уже? Давай да, помогу я тебе. Внизу, сейчас я посмотрю, что карту нужно. Тебе надо взять, да? Ты не знаешь где. Так, мне нужно попасть. Так, генератор рум у меня работает. Мне нужно бойлерную комнату, наверное, зайти, да? Я потому что в нее не зашел. Ты был в кабинете? Ты в кабинете доктора был уже? Ну где там он? С пистолетом сидел. Да, подвал я взял карту, конечно, конечно. И ключ так. Там же. Угу. В кинзале ключ от подвала. Взял ключ. Я уже в подвале хожу. Потом на кухню ты зашел, там пластиковая бутылка на кухне была. А вот туда я не зашел. Сейчас схожу. А вот надо взять. А у меня карты нет просто, а поэтому. Пока... А карта госпиталя находится... Ты с доктором Кауфманом уже познакомился, да? Познакомился, конечно. Он уже ушел. Кстати, болезнь. Есть болезнь Кауфмана, я знаю. Есть такое дело. Так, и ты с доктором Кауфманом. Не работает. Да, я с Кауфманом поздоровался уже. Карта госпиталя находится дальше в следующей двери. Там, ты ролик посмотрел, там
Я побежал сразу в этот. Mm-hmm. Но карты у меня, к сожалению, нужна. Сейчас надо бежать теперь обратно теперь. Так. Доктор офис, говоришь? Брейн, привет тебе с Дальнего Востока. Владивосток, наверное, скорее всего. Владивосток. 2000. Так, вот он. Доктор офис. Передайте привет Тверской области. Передаем привет, Тверская область. Мы тебя очень любим и ценим. Тверская область. Передаем. Так, кто у нас там еще есть? Дядя Жень, вы умеете готовить? Конечно. Обязательно, непременно. Конечно, слышишь? Умею готовить, слышишь, да? Ты к кому вообще обращаешься, э? На карты сажусь и готовлю, реально готовлю. Так. Я готовлю, такой сижу. Передайте мне привет, пожалуйста, Бриняша. Угу. Бриняша, Анастасия привет. Полуянова. Давай. Тебе привет. Чё как привет? Чё как? Брейн, Женя, вы смотрите сериал «Универ»? Нет. Ты не смотришь? Я вот смотрю. Ну как сказать, что-то как-то так. Очень много. Очень жалко, что Кузя ушел из «Универа». Вот это печаль. Это уже печаль. Было интересно. Да, из Кагунского как-то Кузя, который играет актер, он как бы тащил этот сериал. Mm-hmm, кстати, да. Мне кажется. Это да. Он веселый, он, конечно, играет дурачка, но дурака не каждый еще актер может сыграть правильно. Да. Пьяных и дураков это надо. Ой, это очень тяжело играть. Так, ну что такое у нас? Так, что у нас там дальше? Листаем. Пока Женя там ищет карту госпиталя, мы будем листать комменты. Эрик Картман, привет тебе, жирный ублюдок. Хватит топить всех подряд в Вуд-парке. Так, вечно агр, да? Вечно молодой и вечно агр, да. Вечно агр. Так, привет из Екатеринбурга. Кбурка. ЕКБ с нами, ЕКБ передает привет. Аленка Панько. Круто. Брейна, ты смотришь сериал «Ходячие мертвецы»? Да, смотрю. Брейн смотрит. Я уже, по-моему, говорил. В эфирах уже говорил. Эфирах. А как тут интересный вопрос, как раз Жене мы его адресуем. Ну-ка, давай. От Андрея Терешкина, надеюсь, правильно прочитал фамилию. Какой ваш любимый герой в игре вообще? Какой тебе нравится? Мне какой в игре именно нравится? Так, Так, в игре мне нравится, я даже не знаю, какой герой. Сейчас подумать надо об этом. Над этим. Ну, мне почему-то кажется, что либо это будет из Old School, либо из Fallout. Тут выбирать. Ну, скорее всего, из Fallout, я думаю, потому что интереснее, я пока не знаю, какой герой может быть. Там просто не линейка, поэтому очень приятно это все играть. Так, тут нам пишет Ваня Таран, что привет из Киева. Слушай, у нас карты, тут поток. Не могу найти я ее. Не могу найти ее карту. Нету? Нет. Смотри, ты услышал выстрел, заходишь в госпиталь. Это я познакомился с товарищем с этим. После ролика проходите дальше в следующую дверь. Возьмите карту госпиталя. Да что вы говорите, где же она? Ай-яй-яй-яй-яй. Написано было. Проходите в другую дверь, возьмите карту госпиталя. Что такое? Осень это небо. Так, ну вот здесь дядька этот сидел. Хорошо, вот он здесь сидел. Я зашел сюда, отсюда. Так, ну здесь две двери. Ага. Желаю тебе хорошего настроения. Не бойтесь монстров, это всего лишь дурачки. Плохие дурачки, пишет нам Никита. Так, я, кажется, понял, куда. Сейчас так. Блин. Здесь ничего нет, пусто. Кто-то, видимо, хотел вставить картинку какую-то. Я вижу файл, потом слэшеры, двоеточие, там... Такое дело. А, все, это надо было в диспетчерской, в приемной надо было взять карту, понятно. Information. Блин, ребят, я не снимаю тут. Как много. Теперь я вижу. Максим Кот нам пишет, наш любимый редактор главной нашей группы. Опасная котейка. Добрый вечер. Будут ли стримы по Quake на PlayStation 1? Ну, я может, сделаю парочку, побегаю, может быть. Женя у нас стримит сейчас на Соньке, это получается эспуляторы. Может быть и будет, Макс. Посмотрим, да. Идите уже в лифт, Женя, пишет нам Наталья. А лифт не работает, ё-моё. На третий этаж, ё-моё. Да, ё-моё, на третий этаж нужно подняться, но лифт не работает. Сейчас разберемся. Так, нам медицин рун, надо выйти отсюда и подняться наверх, на второй этаж. Окей.
Сейчас поднимемся. Главное собрать все, что нам нужно. Ладно, я, конечно, тут немножечко не так сделал. Ну ладно, так, examination room. Дайте мне свой адрес, я вам бульбы перешлю, пишет нам Влад Бандюк. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой же ты, Владик, у нас хитрый. Странненький. Да. Хитропопый. Привет из Литвы. А вы играли в Blood Rain? Я играл давно. Blood Rain. Там играешь за сексапильную красавицу. В первой части там надо было у фашистов кровушку сосать. Кровушку сосать. Интересно. Это было круто, да. Ну, Рейн была полукровкой, насколько я помню. Да-да-да, я фильм даже смотрел. Вампиром наполовину, да. Фильм вроде был, да? Да, я чуть не помню. А, есть. Уве Болл, любимейший режиссер, который трешак такой дикий снимает. Это так. Элеватор не работает, товарищи. Увы, ях. Тебе надо было спуститься в подвал. Я в подвале уже был. Взять пластиковую бутылку на кухню. Вернись в кабинет директора и наполни пластиковую бутылку неизвестной жидкостью с пола. Так, мне бы еще бутылку найти. Потом идешь в подвал. Бутылка находится в китчен. В кухне. Kitchen. Так, у меня здесь нет карты для китчена. Я откуда знаю, где здесь китчен у нас? Так, наверху надо было на первом этаже китчен бутылку взять, да? Ну, наверное, кухня обычно располагается на первом этаже. Окей, ну сейчас пойдем туда. Потому что я был на кухне, но ничего что-то полезного я не нашел. Видимо, в углу где-то спрятано. Сейчас найдем. Так, китчен, 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 китчен. Вот она, китчен рядом. Нормально, сейчас добежим. Китченес. Китченес. Давайте сделаем китченес. Вот она, так. Где же у нас бутылка? Сейчас найдем. Камера здесь просто так вот бегает, и тяжело что-то найти. Так, кастрюльки. Буль-буль-буль, нам здесь не надо ничего. Бутылка вот здесь, наверное. Вот она, пластиковая бутылка. Так, бери. Во! Пластиковую бутылку взять. Она, кстати, не выделена. Нифига, главное, эта бутылка пластиковая. И что мне так? Не выделена. Что мне нужно? Взял я бутылку, так. Ты должен вернуться в кабинет директора и наполнить пластиковую бутылку неизвестной жидкостью с пола. Кабинет директора. Где у нас кабинет директора? Директор с офиса. Ага, все, вижу. Окей, на, побежали. Главное, не выделено. Вот это интересно. Остальные предметы были выделены, а здесь уже все. Увы и ах. Ух ты, ах ты, все мы космонавты. Сейчас дойдем. Так, вот он, кабинет директора, получается. И что нужно наполнить здесь нам? Блин, вот это, конечно, момент вообще отшибло. Я даже не знаю, что здесь наполнять можно вообще. Здесь просто нечего наполнять. Директор офис. Ну, директор офис. Нечего, посмотри, там должна быть какая-то лужица, видимо. На дне. А, все, вот я и говорю, что за вот это, помнишь, я говорил, типа, что за болевотина, там не забыл. Он, его разбили специально, пузырек разбили специально, ну. Смотрел ли ты фильм «Шалун»? Что слушай, я сейчас у меня два фильма в голове. Это там, где нигер из Негрози Южного Централа, случайно, не тот фильм «Шалун»? Вроде бы, да. Либо где Вин Дизель был. Вот у меня сейчас в голове два фильма, они очень похожи. Там, наверное, «Лысый нянь», а то, наверное, «Шалун», да? Да, вроде или бы. Или как-то так. Не «Лысый нянь», а как-то... Ну, помнишь, нянь, он няньку играл? Вин Дизель, да. Вин Дизель, да, играл. «Лысый нянь», все. Я не помню. «Шалун», наверное, вот с этим афроамериканским актером. Который этот Малова играет, или как он там называет. Так, ну я вылил жидкости, еще... что дальше? Ничего совершенно. Тут. Ничего не произошло. Ну, вылил я, он говорит, ну, разбит бутылек специально. Ну и что дальше? Все. Стеклянный пузырек разбит, пишут, все. Больше ничего. Ты должен был пойти в подвал, зайти в генераторную, включить генератор. А, блин, а я нажимал, что-то он мне, кстати, не отреагировал. Я же уже был в подвале генераторную. Ну ладно, сейчас ходим, ничего страшного. Так, вот у нас. А ты уже разбил ее, да? Да, вот только что разбил, ага. Ну ладно, пойду попробую. Потому что я пробовал, что-то не работало, кстати, генераторное. Ладно, давай сейчас попробуем. Так, комнаты, блин. Тут у меня нету. Так, сейчас еще найти здесь. Дядь Женя, ты играл в Мэмэс Марио? Конечно, играл. Я надеюсь, правильно? Мэмэс Марио, ага, играл. Это не то, что не Федыч, я помню, на канале проходил. Да, там, да, где Ролл Фейс, там подстава, эти ужасные, да, там подстава, подставы, да? Да, жесткая игрушка очень, кстати. Блин, опять вышел, путаюсь в темноте. Привет с Урала. Ахулитка моя, ахуральная, ахулиточка моя, ахуеу. Не будем ругаться. У нас сегодня день культурных стримов, поэтому будем себя вести как сударь. Сударь с моноклем, да? И чашечкой. Где ваш монокль, сударь? Ой. Где ваш монокль? Так, вот у нас вот она у нас бойлерная, генераторная комната. Замок заело, извините, сударь. У нас спрашивают очень интересный вопрос. Жень, ты смотришь сериал The X-Files? Я уже его пересмотрел. Тут я недавно говорил, я его пересмотрел полностью. Весь просмотрел. Мне кажется, что
в свое время у половины стороны, наверное, на звонке стояла мелодия из секретных материалов, да? Конечно. Малдер и Скай. Все, включил. Отлично. Лифт должен работать. Чудесно. Да? Нам писала уважаемая зрительница, чтобы ты как можно быстрее своими ножками перебирала третий этаж. Там окей. Так, да, детка, включаем свет. Чтобы потом глаза не болели в темноте. Так, передай мне... передай привет 43-му региону. Ну, а что у нас? Я тут с друзьями в конфе, тут около 20 челов. Передаем привет всем 20 челам. Так, Данил. Третий этаж нам нужен, да? Окей. Женя, вы играете в КСС? Раньше играл, сейчас нет. Я тоже. У меня там столько... У меня там, сколько там у меня часов? Я уже не много, помню. Много, наверное, уж. Ты от души там играл, сотни, наверное, часов, да? Сотни часов. Да, там в свое время, да-да-да-да, было дело. Ахулитка моя. Ахулиточка. Сейчас дайте. Ахулиточка. Эдуард Суровый. Да. Так, третий этаж у нас ничего нету, все двери заблокированы. Дезинформировали меня. Анатолий и Крутов Анасий, помнишь? Да-да-да, террария. Ищет покушать. Террария мы. Блин, да, это жесть, конечно, была. Продаю iPod на 64 гига. Чудесно, друг мой хороший. Но мало того, что ты это написал не там, где нужно, но ты даже не догадался написать ни телефон, ни город, где ты продаешь, ни номер контактный. Ах, учиться тебе коммерции, друг мой. Учиться. Будешь ли ты играть, Олег, в Warframe? Warframe, правильно вроде прочитал, да? Warface, что за Warframe? Или Warframe? Нет, не Warframe вроде написано. Warframe. Интересно, девки. Постримцы Бандикута, дядя Жень. Бандикута будет, да, должен быть. Оу. У нас сейчас Silent Hill, друзья. Откуда четвертый этаж взялся? Японский город, не было же его там. Слушай, странно. Странно. На улице странные очень туманно. Вещи. Странные вещи творятся в мире. О, этом. Заставка. Ура. И сейчас заставка. Да, рекламная пауза. Сейчас у нас рекламная пауза. Ага, он видел свою женушку. Привет из деревни Ордатова, передаю я вам. Ордатова? Влад Зинкин пишет нам. А это где вообще? Ой, братишки, мы не знаем, где это. Ордатова. Если бы мы знали все деревни вообще, какие существуют... Ахулитка моя! Ахулитка! 81 страница, мать твою, а я только на 82-й. Рейн, поздравь с днюхой. Поздравляем тебя, Лев Кудрин, с днюшкой. Да, happy birthday to you. Будешь проходить дополнение к DS3? Нет. Что такое DS3? Dead Space 3. А, дополнение, которое DLC? Привет! Передай привет, передай привет, передаю всем привет. Продам опять же. Федор, исправляйся. Ты неправильно делаешь объявление о продаже айпода? Ты не умеешь, я же тебе говорю, ты не коммерсант. Надо грамотно все делать. Commerce. Надо картиночку там, я не знаю, да, объявление отдельно сделать. Вот тогда люди заинтересуются, написать, какие фишечки, функции есть. И тогда уже обратят внимание. Коммерческая штука должна просыпаться постепенно, сразу, конечно. Он просто написал, продам айпод. Продам. Я также могу написать: продам мертвую шлюху без ног. Да, купи. Интересно, слона. Но я понимаю, что все заинтересуются, да? Почем броняш? Да. Сколько? Где ты ее взял? Да, броняш, где ты взял ее? Это тайна. Сколько стоит броняш? Безногая как раз идеально. Привет из Латвии. Какой ужас здесь, а? Что у тебя там творится? Что там за вакханыч? Сейчас посмотрю. Как здесь все страшно. Как... У нас 750 человек. Ой, смотри, смотри, сейчас. Смотри. В эфире. Господи Иисусе, что это? Сексуальная медсестричка была, конечно. Надо вот так вот встречать всех новых монстров. Ой, смотри, какая поза у нее. Я иногда так тоже. Хочется вот так стоять и понять, что этот мир прекрасен. Да, да, да. Она, видимо, и наслаждается, наверное, этим сейчас. Это вакханейшн, детка. Вакханалия. В канале, в кафо. Ракмакафо, превью, фристайла. Там. Так, ну что, я посмотрел, иду читать дальше ваши интереснейшие вопросы. Да, птичья клетка. Что у нас тут еще? Давай. Привет с Казахстана. Привет, Азамат. Азамат. Привет.
Привет из Радужного, мы вас любим, Лисюня пишет нам. Угу. Лисюня, мы тебя очень любим. Смотри наш стрим, мы ставь лайк. Мы всех любим, да. Подписывайся. Подписывайся. Брин, какой сезон ты смотришь сверхъестественно? Вчера залил на планшет первую, вторую, третью серию седьмого сезона, когда Кастил стал уже богом. Ну, якобы. Души в нем, он теперь якобы бог. Бог. Божок. Вот и я на этом остановился. Да. Будете ли вы играть с Катрин Найс? Тут это Расто спросил у нас Дима. Посмотрим. Время покажет, как говорится, да? Время покажет, расставить на свои места от нуля до ста. Да-да-да-да. Это станет ясно. Точно. Так, что у нас? Точно. Мы требуем Алиску дальше. Она тут пишет. Мы требуем Алиску дальше. Алиска. А кто играет, Брейн или Женек? Женек играет, Брейн озвучивает. Я бы не смог читать ваши... Логически давайте рассуждать. Если бы я играл, я бы не смог читать все это. Конечно, тяжко, это надо будет постоянно листать. Как тебе дают? Так, как много тут всего пишут. Летят. 100 сообщений уже. Продам Samsung Galaxy Tab 2 7-дюймовый, купил в октябре 2012 года, планшетик офигенно белый, примерно как я, чехольчик у него, там еще 3G с Wi-Fi-кой есть, 8, бляда, гигабайт, там еще и зарядка я дам в комплекте, USB-кабель, коробочка с инструкцией, можно ее там что-нибудь потом складировать, какой-то хлам ненужный, гарантия есть. 10 000, мать твою! Ну и, конечно же, мне процентов 25 за то, что я тебя офигенно пропиарил. Да, поэтому, Артемка, да. Маркет, да. Не забывай, Артемка. Ты меня не забывай. Да. Как продашь планшетик быстро, ты пойдешь и отстегнешь мне 25%. На-на-на-на-на-на-на. Так, что там у нас еще? Привет из Киева пишут. Вы атеисты, нас спрашивают. А? Атеисты ли мы, спрашивают нас. Я нет. Ух ты, блин. Я тоже нет, на удивление, да? На удивление, как... Хотя сейчас, насколько я вижу, такая пошла тенденция, да, что большинство людей почему-то считают, что атеизм — это как бы хорошо. Это круто, то есть мы верим бы, да, в Бога, а мы верим в какую-то... Собственные силы, грубо говоря. Верим фактам, мы верим фактам, и мы верим какую-то, в себя, получается, и в какую-то единую силу. То есть, типа, пока не увижу, ничего сказать не могу. Пока не увижу, да, вот это, конечно, пугает. Ну да, это как-то нехорошо. Ну так, в принципе, и должно быть, это уже... Это уже Лиза, извращенности уже у народа, по-моему, такое происходит. Привет из Москвы. Привет, Лизонька, привет. Москва с нами, да? Never sleeps, точно. А у вас уже началась весна. Ой, что там? Стерва, уйди! Лиза, это мы не тебе. Нет, ни в коем случае. Ой, меня коцает ножом, стерва. Стерва, блин. Лежать. Знаешь, манекены... Манекены как-то интереснее потом, да, сделаны? О, вот кстати, в следующих частях. Четче, манекены. Четче. Повышенная четкость. Реально сделаны четче. А я тебе говорил, патроны надо брать. Патроны — это все, короче, твое. Ну что, у меня есть патроны, у меня дробаш. 87 человек, друзья. Ого. Отлично. Хорошо. Несмотря на то, что завтра в школу. Кстати, уже, да? Не напоминай, я тебя прошу, я еще не сделал руки на завтра. А, ты еще, блин, как же так, Олег? Да, я филоню. Прохалтурил все выходные, да? Ну ладно. Да-да-да. Так, тут очень много сообщений. Так, второй этаж. Привет из Донецка, вы уже видели. Вас смотрит Октау. Напомни мне, кто это такой? Октау? Я не знаю, кто это. Кто это такой, ребятки? Честно сказать, кто я даже не знаю. Октау. Октау — это на какой-то город, наверное, скорее всего, я думаю. Я думал, это какой-то человек. Видите, какой безграмотный сукин сын. Я не понял, видимо, да, наверное, городишко какой-то. Я думал, это, как нам пишут часто, вас смотрит там кто-то из летсплейщиков, там еще. Перепутали, наверное, скорее всего, с этим семинаром. Меня забанили в твоей группе ни за что. Учти, человек с интересным ником на английском языке. В группе просто так никого не банят. Поэтому делайте выводы, это, господа. Где вы родились? Я думаю, в роддоме. Мы родились, как все нормальные люди, правильно же не подметил, в роддоме. С криком «А-а-а!»
скорее всего. Родился. Я родился. Первый сабскрайбер, блин. Первый сабскрайбер, да. Как вы относитесь к фирме Logitech? А хотя я знаю, люди читают как Logitech и Logitech, по-моему, да? Logitech даже правильно. Как угодно так. Ну да, это уж каждый сам там в меру своего, знаешь, своих знаний. У меня ничего нету от этой фирмы. У меня тоже нету, камера не была, веб-камера и все. Только веб-камера у меня была Logitech. Больше ничего. Мышка Razer. Клавиатура тоже. Стерва. Мониторы. Колонки Edifier. Больше ничего нет. У меня нет Logitech, я не знаю. Я агностик. Много всяких там пишут. Не надо к этому серьезнее относиться. Воу. Так, нет, сюда не пойдем. Брейн, ты бьешь женщин? Вы знаете, вот если вы, например, подходит и дает мне по щам, или скажет, я тебе яйца сейчас сорву, то плохих женщин можно, конечно, и ударить в игре компьютерной, учтите этот момент. В игре компьютерной, да. Кто-то... А то кто-то сейчас не так интерпретирует сказанное мной еще. Еще подумал, что Брейн бьет женщин. Не, ни в коем случае. Вы что, ребят? Это... Это нехорошо. Так, так что? У нас фото толчка, продаю унитазы недорого. Ну, это уже пошел, это как на общей волне, на всеобщей волне пошел бред. Да, этот бредик мы отправляем в баню. Я думаю, в бане как раз понадобится продавать тебе сортирчик. Угу, вот так, как раз посидишь, подумаешь на нем. Примерно так, да? Че ты там испугался? Да мужик с ножом в бахилах. Мужик с ножом в бахилах. USB здесь. Здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо. И Дюшметел. Маргарита. 140 килограмм целлюлита. Маргарита. Так. Блин, я пролистнул вниз и опять вижу про Logitech этот. Logitech. Продаю iPod. О, Федор, ты справляешься, молодец. Уже и фотки выложил. Вот, видишь, я же говорю. Молодец, грамотно Федор. Нужно сделать это все, конечно. Нет, Федорка, молодец. Хороший iPod. iPod. Что брать будешь? Чё как? iPod. Чё как iPod? Чё как iPod, да. Так, что у нас еще есть? Шалун, да, я угадал. Тут это так. Еще, по-моему, он без чувств снимался. У меня кто-то когда-то еще кассету... Без чувств. Смотри, какая гадость на спине у доктора, вот у этого, да, у врача. Что-то там вырывается со спины, какой-то зародыш. Смотри, смотри, двигается он как, а? Фу, какая гадость. Слушай, а может это портфель просто? Рюкзак с медвежонком, блин. Фу, гадость какая. Как в Арзетке у нас было, да, рюкзак с медвежонком. Тедди Бир. Заметь, 99-й или какой там год? 99-й. Но и уже такие... Страшные вещи. А мы в это еще играли детьми, и самое интересное. Вот в том-то интересно. Не знаю, как мы так играли в это все, конечно. Это вообще непонятно. Я тоже. Но родители, я помню, ругали, типа, зачем ты в это играешь? Уж ужас какие-то. Зачем ты это делаешь? Это же не для детей игра. Ну, солявей, как говорится. Нас смотрит Павлодар. Павлодар, кстати, Павлодар. Каникулы до 4 апреля нам пишут. Ого. Сергей Фадеев обрадовал сейчас нас всех. Он круто, пишет, значит, я могу сегодня бухать. О. Сейчас пойду сниму тёлочь. Да, хороший пример подал, да? Пойти в клуб снять тёлочь. Да нет, это же была всего лишь легкая ирония. Ох ты, блин, что там разбилось? Что-то разбивает, что-то разбилось, стекло разбили, окно или что там? Ой, не нравится мне, когда что-то, там окна что-то трещат. Разбиваются, да. Окна трещат. Так, 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 тугрики. Тугрики-тубрики. Так, у нас здесь куча. Тугрики-тугрики. Ага, иди сюда, говно. О, машины продают, отлично. Что? Продаю ВАЗ 2112. Объем груди 1,9 литра. Какая офигенная грудь у ВАЗа, Дениса. Да? Да, у машинки Дениса. Ага. Чудесно, пробег 21 метр. Кушает немного. Бензинное топливо за 56 штук он продает у нас. Чудесно, Дениска, чудесно. Надеюсь, ты продашь ее. Клапана в норме. Что у нас там дальше? Клапана тащит. Клапана. Любишь ли ты шашлык, дядь Женя? Расскажи нам. Конечно. Любишь ли ты? Можно забубенить. Вот весна сейчас пришла, но надо бы, конечно, гульнуть до леса. Как-нибудь посидеть. Насладиться природой. И шашлычка забабахать.
Ну, еще надо уметь готовить его, чтобы забабахать как следует. Это да. Потому что это правильно замариновать. Кухар-мухар, конечно. Правильно заранее мариновать надо, конечно. Еще правильно его приготовить, да, чтобы не подгорело, чтобы все было сочно, чтобы сок оставался внутри. Mm-hmm. И когда вы будете шашлычок, блин, откусывать, нежнейший сочок будет сочиться из шашлычка, течь по вашим губам, mm-hmm. и вы будете брать салфетку в попыхах и искав ее на столе. Будете вытирать себе лицо и думать, не запалили ли вас ваши друзья, и не будут ли они потом глумиться над вами. Да, это да. Такое дело, да. И потом будет